космической системе приспособление для людей с ограниченными возможностями, потому что вот самолет, например, колясочников не пускают. Безусловно. У нас, во-первых, подвижной состав и городской пол в пол, то есть там, как и в метро, нет перепада, нет ступеньки. Поэтому инвалид может на инвалидной коляске заехать. И, естественно, во всех юнибусов предусмотрено, ну, кроме юнибайков, потому что инвалид не сможет педали крутить, и они маленькие туда, инвалид, ну, в коляску он не войдет. А так, естественно, у нас, ну, есть требования, и инвалидная коляска может стоять только у стенки по ходу движения, чтобы при торможении он мог быть, ну, прижат, а не отброшен, да? Поэтому, естественно, передняя часть юнибуса городского, сиденья откидные, и инвалид инвалидной коляски становится, закрепляется, может ехать. Это, естественно, у нас есть. И мы здесь не предусматриваем для инвалидов там лифты и так далее. Это сложно и дорого, здесь не нужно. А в городских трассах, ну, которые будут введены в строй, естественно, там это все будет предусмотрено, в том числе для инвалидов.